Привет, девочки! Сегодня будет некий такой эксперимент с базами под тени. Дело в том, что слышала очень много отзывов по поводу того, что вот, значит, база работает она или не работает. То есть много на YouTube слышала, да, вот о базе Art Deco, что, в общем-то, нет в ней никакого смысла, нет в ней никакой необходимости, что это больше самовнушение. Вот, и поэтому я решила провести некий такой эксперимент. То есть, каким образом эта база действует, как она закрепляет, да, наши тени, как она держит их на глазах в течение всего дня. Вот, а для того, чтобы такой был эксперимент более достоверный, то есть мне придется проводить его не за один раз, а за несколько дней. То есть сегодня я еще хотела бы сравнить его вот со своей вот такой базой от Benefit Don't Stray. Значит, на один глаз я нанесу базу от Art Deco, а на другой глаз вот такую базу от Benefit. Значит, первым этапом у меня будет сравнение вот таких вот баз. Значит, одна стоит 1000 рублей, да, где-то в этом районе. То есть я говорю цену со скидкой. То есть без скидки она будет 1000 с хвостиком. Вот. И вот такая база от Art Deco где-то в районе 200-250 рублей. Вот. То есть есть ли смысл переплачивать? Сейчас мы это проверим. Вот, значит, сейчас время 10 утра, а вечером где-то часов через 12, может быть, да, может быть, даже чуть побольше, я вам покажу свои глаза, как они выглядят, как сохранился макияж, вот, и мы посмотрим, то есть разница между этими двумя базами есть или нет. Следующим этапом я проведу эксперимент с одной базой Art Deco, то есть на один глаз я ее нанесу, на второй глаз я не буду ее наносить, и, значит, положу тени, и тоже в конце дня я вам покажу, что, в общем-то, как отличаются, да, оба глаза, то есть как лежит макияж. Ну, давайте начнем. Значит, на правый глаз я нанесу базу от Benefit, а на левый базу от Art Deco. Вот таким образом. И немножечко я нанесу базы вот сюда вниз. Значит, эта база ложится в первую очередь, да, она абсолютно не плотная, она такая легенькая, как бальзам, как очень легко ложится, легко наносится, легко растушевывается, то есть вот и кожу век она в моем, значит, случае не сушит. База от Benefit, она вот такая, как тональный крем, консистенция, да, достаточно такой плотный, вот, и я наношу его на правое веко. Вот видите, да, как он ложится, то есть его нужно совсем чуть-чуть, я немножечко перебрала, то есть его можно использовать одновременно в качестве консилера, то есть таким образом убиваются тоже два зайца. То есть, в принципе, визуальная разница, она тоже видна, да? Что база от Art Deco легла очень незаметно, очень мягко, вот. И база от Benefit, она ложится именно как какой-то консилер с плотной текстурой. То есть, вот такая разница уже есть. Под этим глазом можно, в принципе, уже консилер не использовать. А следующим этапом я наношу макияж, который я вам тоже покажу.
В своем сегодняшнем макияже я буду использовать палетку от Lancôme, вот такую, вот которую я вам показывала. Я ее купила, заказала на клубничке. То есть здесь и румяна, и блески, и вот такие тени. То есть это будет такой дневной макияж с использованием этой палетки от Lancôme. То есть вот так вот выглядит, так называется. Это моя палеточка. Вот. А сразу хочу сказать, да, те, кто смотрит мои видео, они знают, что тени от Lancôme не держатся на мне без базы, совершенно не держатся, то есть они собираются все в полоску. Вот, уже не раз я пробовала. Вот, и сейчас я хочу нанести тени от Lancôme именно на базу. И в конце дня я вам покажу, какой результат получился. Закончен только макияж глаз моих, да, эксперимент только начался. То есть еще раз повторяю, что на левом веке, на левый глаз я нанесла базу от Art Deco и на правый глаз базу от Benefit. Вот, и в конце дня я вам покажу, что произойдет с моим макияжем. Вот. А завтра я повторю этот же макияж с помощью этой же палетки, чтобы для более достоверного результата. То есть буду использовать один глаз, опять же, с базы от Art Deco, а второй абсолютно без базы. И тоже покажу вам разницу. Девочки, время начала 12 по московскому времени. Мой макияж держится. Значит, он держится уже больше 12 часов, то есть даже, я бы сказала, почти 14 часов. В 10 утра я его нанесла. Вот, абсолютно он нигде... Сейчас приходится использовать такую лампу, да, для досвечивания. Вот, но, тем не менее, я его не подправляла. Вот, и смотрите, да, значит, на правый глаз, вспоминаем, я наносила базу от Benefit, а на левый... базу от Art Deco. То есть никакой существенной разницы я не увидела. Я не знаю, вы увидите это или нет. Вот я стараюсь показать это как можно ближе. То есть этот глаз с базой от Art Deco, а этот глаз с базой от Benefit. То есть лично я разницы никакой не заметила. Вот. А оба, значит, тени на двух глазах держатся абсолютно одинаково хорошо. Вот. В то же время, да, эти тени не держатся вообще никак без базы. То есть больше 5 часов они на мне не держатся так идеально, как сейчас. То есть начинают складываться, скатываться вот сюда в складку. Собираются целиком. Несмотря на то, что это люкс, это Lancôme, вот, но тени от Lancôme на мне собираются. Это, значит, мой первый эксперимент. За ним следует второй, как я вам уже говорила. То есть проверяю базу Art Deco. Один глаз с базой, другой глаз без базы. Эти же тени, и смотрим, как работает в таком варианте. Значит, девчонки, привет! Сегодня я повторяю свой макияж вот с такой палеткой от Lancôme. Все то же самое я делаю. Базу Art Deco наношу на левый глаз, на правый я не наношу. Что получится в конце дня, я вам покажу.
Макияж глаз готов. Этот глаз с базой арт-деко, а этот глаз без базы. Ну что же, ждем вечера. Значит, девочки, сегодня подходит к концу мой эксперимент с базой арт-деко и тенями от Lancôme. Да? Сейчас я вам покажу свой макияж. Значит, вот здесь я еще раз повторю, да, вот на этот глаз я наносила базу арт-деко, а вот на это веко базу я не наносила совсем, то есть использовала просто тени, да, на голое веко. Вот, и сейчас я вам покажу разницу. Сразу скажу, что сегодня я дома, вот, поэтому нанесла макияж довольно-таки поздно, пока там с ребенком занималась, да, и где-то, наверное, часов в начале 11 я нанесла. Сейчас время 10:30 вечера, то есть прошло в среднем где-то часов 12. И сейчас я приближу, и вы посмотрите, какой все-таки результат. Но сразу скажу, что результат очевидный, я не знаю, как это будет видно на камеру, но макияж вот с этого глаза практически ушел весь. То есть я сейчас показывала его своим домашним, да, мужу, к маме обратилась, вот, и они сказали, что вот этот глаз ты сейчас накрасила, значит, ярче, а вот этот совсем бледный. Вот, на самом деле это был один и тот же макияж, но не буду же я целый день ходить, да, с разными оттенками на глазах, там более, да, яркий. Вот, я думаю, даже сейчас видно. Вот, но я сейчас приближу все-таки, чтобы было. То есть вот здесь вот я ничего не подправляла, то есть, да, для чистоты эксперимента. Вот смотрите, вот абсолютно такой ровный. Дергаются у меня ресницы, попробую их прижать. Вот. То есть, смотрите, нигде ничего не сложилось, ни в складочку, да, нигде ничего не стерлось. То есть, макияж такой же яркий, как будто я его только что наложила. Теперь давайте с другим веком посмотрим. Ну, освещение, конечно, освещение не дневное, скажем так, да. Вот я поближе попробую. Не знаю, видно, нет? Вот, но помимо того, что это все поблекло, да, цвета не такие яркие, вот здесь вот видно, что вот такие полоски проходят, что тени сложились в складочку, вот в одном месте и вот в другом. То есть вот разница, мне кажется, она очевидна. То есть я ничего не делала, да, там не специально не стирала, нет. Мне именно было важно даже для себя самой понять, а играет ли вообще база какую-то роль, либо это просто наше какое-то такое убеждение, наша вера, то есть мы в это верим, да, и нам кажется, что ну раз база, мы ее используем, значит, все будет хорошо, да. И поэтому, потому что обычно говорят, что наши убеждения, они нас ведут по жизни. Вот. Но на самом деле, вот сейчас я получила такой результат для себя лично. Я никого из вас тоже не пытаюсь убедить, просто показываю. Я делала это в первую очередь для себя, чтобы понять. И я это поняла, что если я хочу, чтобы чувствовать себя уверенно, да, чтобы мои тени держались целый день, я нанесусь на какое-то мероприятие, ну или вообще просто с утра до вечера, да, то обязательно я буду использовать базу. У меня их две. Тоже, да, в эксперименте участвовали. База от Benefit, база от Art Deco. Для чего я это делала? Значит, для того, чтобы понять, а есть ли смысл вообще переплачивать больше за более дорогую базу, или достаточно будет купить базу от Art Deco. Теперь я поняла, что база от Art Deco ничуть не хуже, чем база от Benefit, которая стоит 1000 с хвостиком, без скидки, да, и база от Art Deco, специально я вчера посмотрела в Литуале, потому что я до этого покупала через интернет, заказывала в интернет-магазине. То есть база от Art Deco стоит 250 рублей тоже без скидки.
То есть вот такая вот существенная разница, почти 4,5 раза, а то и в 5. Вот, но результат абсолютно одинаковый, и вы это видели. Еще раз показываю. Давайте даже я попробую вот с камерой подойти к свету, может быть, вот как-то. То есть как-то вот так. Но, к сожалению, днем я не смогу вам показать, потому что все-таки эксперимент, да, в течение целого дня, долгого промежутка времени. Вот. Но я заметила, что тени начали бледнеть уже где-то часов через 6 после того, как я их нанесла. Вот. Но, соответственно, через 12 они вот уже... Ну, все равно видно, что вот собрались они. В общем-то, девочки, лично для себя я сделала такой вывод, что все-таки для меня база нужна. Я не скажу, что у меня какие-то проблемные веки или что-то, да. Есть тени, которые держатся на мне супер хорошо, это тени Герлен. Но тем не менее, все равно для какого-то вот, даже для собственного успокоения, да, когда я хочу выглядеть супер, то базу под тени я все равно накладываю. С тех пор, как она у меня появилась, я обязательно ее использую. Вот. Несмотря на то, что тени Герлен держатся на мне даже в жару. Вот. Но зная вот такое вот свойство теней Ланком на моих веках именно, да, я их и решила использовать в своем эксперименте. И вот эксперимент доказан, что доказывает именно то, что на базе эти тени могут выглядеть и у меня отлично на веках. То есть как будто бы я их только нанесла. Я надеюсь, это видео будет для кого-то полезным. Вот. Потратила я как бы целых, да, 2 дня на сравнение. Вот. И надеюсь, что мой эксперимент вам пригодится. Во всяком случае, меня он во многом убедил. Спасибо вам большое за внимание. Всех вас люблю. Вы меня очень поддерживаете. Снимаю сейчас вот это вот видео под впечатлением от одного комментария, который мне оставили под видео. Вот, очень приятно. Спасибо, девочки, за такие комментарии, за то, что вы в меня верите, за то, что вы смотрите мои видео, слушаете меня. Вот, мне очень приятно, потому что все, что я делаю для вас с целью, ну что вот, помимо того, чтобы что-то рассказать, да, именно для вас что-то донести, поделиться своими впечатлениями. То есть мне очень приятно заниматься этим делом, и очень нравится, что это нравится вам. То есть для вас это что-то такое положительное вы выносите из моих видео. Спасибо вам большое, я буду продолжать стараться. Всех вас люблю, целую, пока!